уже поздравить вас и поблагодарить за высокую честь, оказанную нашему Алексею. Надо идти к Пушкину, полюбить его, обрести друга, учителя. Счастлив тот, кто может сказать «мой Пушкин». Ах, умолчу ли о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чипце, в старинном одеянии, она духов молитвы уклоняется. Без умиления, без робкой нежности и тайного волнения. Уж мало ли любовь играла в жизни мною, уж мало ли обился, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых Кипридой. А неисправленной стократною обидой я новым идолом несу свои мольбы. Спокойным, ясным взором история взглянув в былые времена
Ниц пала пред тобой, покрыв навек позором гонителей суровых имена. И ты, пред нами здесь один царишь на клоне. Тебе весь этот блеск восторженных очей. Один ты окружен бессмертным ореолом неугасающих лучей. Москва, как я любила тебя, святая родина моя! Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Библиотеку Пушкина. Здесь книги, они очень тяжелые, их много. Так? Это образцы книг, которые мы в этой библиотеке привезли вам. Ну, это сказка Пушкина. Заниматься школами, это значит оставить без внимания будущее. Ну, а вот вам я хочу сказать, что, конечно, я поражен, приятно поражен прекрасным знанием Пушкина.
Русский язык у вас просто... Родной. Да, просто удивительный. Да. А это просто вот очень программа в Москве, с которой они тесно сотрудничают. Да. Наша школа русская, армянская. 1110. Да, 1110. Еще у нас Маяковская имеет свою побратимую школу. Да? Наша школа имеет еще и Чехова. Три школы. Да. Ну, чудесно. Что, большое спасибо. Мы все находимся под впечатлением этой встречи. Спасибо. Тронуты. И я думаю, что будем дружить и будем взаимодействовать, будем и помогать друг другу в школьном деле, учебники. Мы договорились сейчас с премьером об одном очень важном деле. Направлять ребят, заканчивающих школы, в наши вузы. При этом Москва, если говорить на государственном уровне, на уровне города, правительства Москвы и правительства Армении, то это по 25 человек, всего 50 человек обучать в наших вузах, и Москва берет 25 на полное свое содержание. С тем, чтобы это было и из семей обеспеченных, и из семей, которые не могут содержать вдали от своего дома ребят. Вот. Так что еще раз вам громадное спасибо. И успехов я хочу пожелать вам в этом году, году Пушкина, и вообще успехов. А самое главное, продолжать и развивать нам сотрудничество. Я уже сказал о том, что если говорить по-крупному, Армения это стратегический партнер России, по-настоящему стратегический партнер России. Вот. И мы не должны терять этих связей. Нам нужно восстановить кооперацию. Нам нужно восстанавливать через кооперацию экономику. Нам нужно сделать так, чтобы люди получили рабочие места. Больше покупать у вас товаров. И вот это является главной целью нашего пребывания здесь и наших переговоров с руководством республики. Так что пожелайте нам в этом плане успехов, а мы уже будем стараться. Юрий Михайлович, мы подписываем наш музей. Музей самостоятельная единица, это наш духовный центр. Не забудьте нас во внимании к нашей школе. Спасибо вам огромное. Ну что вы? Друзья, вы говорите об этом музее? Это музей, он один в Армении. Да, один в Армении. Ну что же, это хорошо. А вы знаете, как мы его трудно создавали, из ничего. Ну да. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго вам. Вам спасибо.